Памятная доска в честь героя Советского Союза Михаила Девитаева появилась у входа в Институт морского и речного флота. Это важное событие как для студентов вуза, так и для родственников легендарного летчика. Девитаев учился здесь до войны с 1934 по 1937 год. Я думаю, это мероприятие очень значимо в воспитательном процессе, потому что наши студенты, которые сегодня мы воспитываем, обучаем специалистов для водного транспорта, они должны на примере таких людей воспитываться и становиться, и стремиться быть лучшим, хорошим. И, конечно, совершать героизм. Героизм Михаила Девитаева – уникальная история. Из фашистского концлагеря он угнал немецкий самолет, ушел от погони и посадил его на родной земле. Так легендарный летчик не только спасся сам и вызволил из плена 9 товарищей, но и доставил в страну ценную информацию о секретных разработках немецких ракет. Эта история вкратце изложена на мемориальной табличке. С инициативой по ее установке выступил Всероссийский фонд Александра Печорского. Наш фонд вообще занимается увековечением памяти военнопленных, и в частности военнопленных, которые совершили такие беспримерные подвиги, как побеги, восстания в концлагерях. Девитаев – это один из ярчайших примеров такого подвига. Сегодня действительно историческое событие, и не только в масштабах города и республики, а в масштабах России. Это важно доносить подвиги наших великих людей до нашей молодежи. На церемонию открытия по состоянию здоровья не смог приехать сын Михаила Петровича Александр. Внучка летчика призналась, это знаковое событие для семьи. Большая честь, большая гордость, что сегодня такое событие значимое для нашего города. Большая благодарность институту за дань памяти. Это всегда очень приятно. О подвиге Михаила Девитаева сняты десятки документальных фильмов. Одна из последних работ – художественная картина «Девитаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. Она вышла на экраны в апреле. Съемки прошли в Санкт-Петербурге и в Казани. В сентябре в Оренбурге открыли бюст легендарного летчика. Именно здесь будущий герой Советского Союза окончил авиационное училище. В этом году в Мордовии появился его памятник. В Казани скульптуру планируют установить в следующем году. Фаируза Мазитова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.